В Усть-Куломе готовы 2 4-квартирных дома для детей-сирот. Жилье построили в удобном месте в одном из самых многолюдных микрорайонов. Быстровозводимые конструкции из арболита уже зарекомендовали себя у местных жителей как теплые и некапризные. Сами дома строит местный подрядчик, а потому нет проблемы с устранением постгарантийных обязательств. Виктория Палкина оценила новостройки. Арболит, там блок, да, там размеры 20-30 на полметра. Это хорошие сертифицированные блоки, теплые. И в самом деле они вообще очень, скажем, удобно строить. И что гвоздь, что саморез забить, там закрутить, вообще проблем нет. Однокомнатные квартиры в 37 квадратных метров ждут встречи с новоселами. Косметический ремонт, сантехника, централизованное водоснабжение, автономная канализация, электроконвекторы и водонагреватели. Для переезда готово все. В этом году ключи от новых квадратных метров в Усть-Куломском районе получили уже 15 детей-сирот. У нас были опыты с 8-квартирными домами, но жители на селе все-таки хотят, ну, как-то видеть какой-то маленький приусадебный участок, пусть он даже небольшой, там цветочки посадить, да, там какие-то небольшие грядки. И мы, посмотрев, как в свое время лесопунты строили 2-4-квартирные дома, пошли по этому пути. У нас есть застройщики, сегодня это и появился и местный застройщик, очень хороший, который строит дома. Он продать их может кому угодно. Но администрация, объявляя аукцион, понимает, что он готов участвовать в этом аукционе, он в нем участвует. И наши сироты получают благоустроенные однокомнатные квартиры. Если возникают даже какие-то проблемы, он всегда рядом, в рамках гарантийных обязательств, он всегда приходит нам на встречу, на помощь, у нас никогда с этим проблем не бывает. А вот проблема со свободной землей в райцентре есть, а потому продолжать застройку домов для детей-сирот пока будут в этом микрорайоне. Здесь есть еще один свободный участок под типовой 4-квартирный дом. Больше пока участков нету, вот где вот, скажем, есть вода, свет рядом, потому что это проблема большая. Поэтому вот на следующий год только построим один дом. Ну, на будущее понятно, что есть планы, как бы продолжить это. Есть, скажем, спрос на эти дома. В Ильгарте пошли по другому пути. Квартиры не строят, а покупают. Благо, выбор есть, в отличие от того же Усть-Кулома, где приличного жилья на вторичном рынке практически нет. В этом году только Сыктывдинскому району из республиканского бюджета на приобретение квартир детям-сиротам было выделено 23 миллиона рублей. Денег хватило на 11 жилых помещений. На сегодняшний день, вот в декабре месяце, уже вопрос по предоставлению жилья детям-сиротам, он закрыт. То есть все средства, которые были выделены республикой на приобретение жилья, они были освоены, жилье приобретено и выдано уже детям-сиротам, которые должны были получить. Но, конечно же, новых домов построено не было, и жилье было приобретено на вторичке, на вторичном рынке. До конца года в Коми для детей-сирот закупят еще 13 квартир. С 2022 в республике введена дополнительная мера поддержки – жилищный денежный сертификат, обладатель которого сам может подобрать и приобрести квартиру. И так поступили уже 21 человек. Размер социальной выплаты – 1 800 000 рублей. В 2023 стоимость сертификата увеличит почти до 3 миллионов. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».